считается село уже, Слобода, вот это через речку разделяет нас. А вот это круг, это Шаргород, здесь местечко еврейское. Но между нами разницы никакой, потому что мы вместе тут, рядом. Тут Абраша Вайсман жил и Роза. Тут жил Калатинский, Колбасник. Тут Сапожник сидел в этом домике. Да. Она могла бы говорить, рассказала бы, сколько пережила. Красивые были евреи старые по этих местечках. Это очень важно. Красная. И очень важно синяя. Записан я украинцем, национальность украинец. От, Сарочка, от. Делайте так, чтобы быстрее, мы торопимся. Красный свет, поменяйте, я поеду. Другое дело, хорошо. Как они в Украине знали, где найти евреев? Соседи говорили, украинцы говорили, вот там евреи. Но не все. Я по фамилии, каждого знаю, знаю, кто там лежит. Они меня любили, как свою дитину. Дай им Царство Небесное, земля им пух. Го-го-го. О, мама. Всі так кажуть, що ми євреї, так. Ще іначе, я вам сказала. От мужика євреї не зробиш. От папіна фуражка. От що осталось. Так і в сказки вся прийшла. Розсіялися по всьому світу.